Одесса, 24 июня 2023 года. Примерно в 1:40 ночи, 24 июня, в Одессе звучит сигнал воздушной тревоги и приходит сообщение, что зафиксированы пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95МС, и всех просят срочно пройти в укрытие. Буквально только что поступает информация, что первые ракеты подлетают к Херсонской области. Информация обновляется, ракеты прошли Херсонскую область и летят в сторону центральных регионов Украины. Тем временем в России госпереворот набирает обороты. Многие части отказываются выполнять приказы и выходить на подавление ЧВК Вагнера. По поступившей информации, части ЧВК Вагнера ночью 24 июня заходят в Ростов. Бойцы Росгвардии и Министерство обороны Российской Федерации, которые стояли на окраинах Ростова, пропускают части ЧВК Вагнера. Сообщается, что в центре Ростова, где находится штаб армии, подтягивается военная техника. Там готовятся принять бой. Пригожин публикует несколько сообщений. Он говорит, что ЧВК Вагнера готова идти до конца, и кто будет стоять у них на пути, будут все уничтожены. По сообщениям в Москве, замечены колонны военной техники. По мнению экспертов, если Пригожин действительно совершает переворот, то он попытается взять под контроль Ростов-на-Дону. Контроль над Ростовом – это перекрытие основной линии снабжения всей русской армии в Украине. И тогда армия станет заложницей Пригожина. Если в Ростове начнутся бои, это будет означать начало гражданской войны в России. Вот такие вот новости. Мои дорогие соотечественники и земляки, пожалуйста, берегите себя, и даст Бог. До новых встреч!